Приветствую вас на канале. Сегодня я вам хочу рассказать, как блокировать на iPhone с операционной системой от iOS 7 до iOS 12 включительно все звонки с неизвестных и неопределенных номеров. Если вас интересует такой вопрос, обязательно подписываемся на мой канал, ставим лайки и начинаем. Значит, данный способ является не стандартной блокировкой абонентов на iPhone, а хитроумным использованием режима «Не беспокой». Итак, как же его активировать? Для этого заходим в настройки, ищем режим «Не беспокой» и активируем его. В сайдбаре, как видите, появилась иконочка «Полумесяц». Это означает, что ваш телефон не будет издавать абсолютно никаких звуков. Значит, здесь вы можете запланировать включение данного режима. Вот у меня стоит с 10 часов вечера до 6 часов утра. Вы можете под себя его настроить. Значит, на вкладочке «Тишина всегда» это означает, что все входящие вызовы и уведомления будут заглушены при использованном или разблокированном экране iPhone. Или пока iPhone заблокирован. Вы выбираете сами, как вам удобно. Далее, на вкладочке «Телефон. Допуск вызовов» вы также выбираете или от избранных, но здесь будьте уверены, что вы добавили всех, кто вам нужен, в избранные контакты, или от всех контактов. То есть, вы будете получать вызова от всех абонентов, которые внесены в вашу телефонную книгу. Но те, кто не был добавлен в вашу адресную книгу, дозвониться вам не смогут. Я оставлю всех контактов. Далее, также рекомендую включить повторные вызовы. Это означает, что второй звонок от одного и того же абонента в течение 3 минут заглушен не будет. Это очень удобная функция, рекомендую его включить. Итак, друзья, если вы все это включили, еще раз хорошенько подумайте, не будет ли вам кто-то звонить по важному вопросу с номера, который не входит в список ваших контактов. Если вы уверены, значит, можете смело блокировать свой телефон и наслаждаться тишиной. Друзья, надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи и пока!